Что ты сам хочешь? Я хочу создать хороший продукт, который будет полезен. Сейчас это не похоже на бизнес. Какая цель? К чему он хочет прийти? Ты элементарно гребаную экселечку не притащил. Устроили мне капитальный разнос. Это совершенно ненормально. Мы только зашли на этот рынок. Вы никуда не зашли. Бизнес в регионе на 90% примерно такой. Вообще не знаю, как у вас так получается. Ты играл в такую игру? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Николенко, и это реалити-шоу «О вашем бизнесе доступно новое обновление». Если вы владелец малого бизнеса и хотите вывести его на новый уровень, мы вам в этом поможем. С помощью наших экспертов, ну и, конечно же, вашего огромного желания. А вот и наши гуру бизнеса. Они уже добились многого в своей сфере и теперь спешат поделиться опытом с героем нашего шоу. Кто же они? Оксана Селиндеева. Экс-топ-маркетолог Сбербанка, основатель школы программирования для детей Кодди. Сергей Новиков, эксперт по IT-технологиям. Заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского. Диана Кадоева, экс-топ-менеджер GET. Разработала уникальный подход в управлении клиентским опытом. Александр Коровин, предприниматель. Основатель платформ Clean.ru и Близкие.ру. После пилота мы получили более 100 заявок от малых бизнесов из 40 городов России. От небольших кофеен до крафтовых производств. По итогам отбора героем первого выпуска стала школа Красовского из Екатеринбурга. Бизнес Андрея показался нам перспективным с точки зрения возможностей для цифровизации, обновления сервиса для клиентов, а также в целом категории образования. Андрей запустил свой проект в начале 2020 года, потратив на это больше 6 миллионов рублей из личных средств. Развитие школы Андрей считает своей миссией и данью уважения деду, уральскому ученому-математику Николаю Красовскому. Сейчас школа Андрея занимается подготовкой школьников к экзаменам по математике. Сам Андрей не преподает. Зато на нем лежит вся работа по привлечению клиентов. Андрей сам снимает рекламные ролики, отвечает на звонки, ведет соцсети и сайт школы. И поэтому Андрей обратился к нашим экспертам за поддержкой. Всем добрый день. Привет, Андрей. Привет, я Андрей. Привет. Коллеги, он ваш. А почему школа? 13-й год после смерти дедушки. Идея была изначально создать учебное заведение, где мы будем, значит, этим заниматься. Кто такие мы? Я и команда. Кто? Я и мама. Кто? Я и мама, нормально, подожди, ну нормально. Чьи это 6,3 миллиона? Не твои ведь? Нет, мои. Откуда взял? Заработал. Как? До пандемии у меня был копировальный салон и небольшое фермерское хозяйство. Был план сохранить деньги в недвижимости. Случилась эпидемия, естественно, копировалку, фотоуслуги пришлось закрыть. Я решил занять офис. В видеовизитке я услышала от тебя слово «миссия». Что ты подразумевал? Я хочу создать хороший продукт, который будет полезен, действительно. Не только в образовании что-то поменяет. Кому? Детям. Именно результат, конечный результат. Ну, звучит булшитово, я не знаю. Да. Понятно, что у тебя мама, она математик, ты работа, надо трудоустраивать. Ты ничего не теряешь. Есть ощущение, что вот ты из одной, грубо говоря, корзинки в другую деньги переложил, посмотрим, что будет. Это да? Так и есть. Что ты сам хочешь? Я логично объяснить это не могу. Я просто чувствую, то, что мне нравится, я делаю, и от этого получаю удовольствие. Это не про деньги и так далее. Это потом все прибудет. Мы только зашли на этот рынок. Вы никуда не зашли. Вот я тебе могу сказать, что 99,9% компаний, которые представлены на рынке, на российском, предлагают то же самое. В чем же твоя компания отличается от других компаний? У нас самая максимальная длительность занятия – это 220 минут на рынке. Все остальные дают меньше нас. Что? Я вижу, в основе есть благородная идея, которая неумело какими-то действиями пытались реализовать. У тебя нет вот этого четкого понимания, в чем уникальность продукта. Есть внутреннее ощущение, да, идея, пусть вот эти 100 бальники получатся. Но есть вот базовые элементарные вопросы, которые должны быть в основе бизнес-модели и фин-модели, которые не просчитаны. Сейчас это не похоже на бизнес. Но, видимо, я действительно не до конца понимаю. Конечно, очень выглядит, что у тебя прям каша в голове немножко. Ну, сори, да? Не немножко. Типа, у тебя есть какой-то финансовый план, бизнес-план. На 2023 год у тебя есть какая-то цель. По-моему, 1000 учеников. Это сколько в деньгах? Порядка 3 миллиона рублей. Это онлайн. А в офлайне мы ограничены нашими кабинетами.
один кабинет и один преподаватель может пропустить через себя за неделю всего 6 групп. Что тебя останавливает развить офлайн? Забить твое помещение, которое тебе принадлежит, с понедельника по воскресенье полностью, один кабинет. Ты это считал? Но почему это... ты приходишь на передачу, тратишь наше время, Андрей? Ты элементарно гребаную Excel-очку не притащил. Андрей, я попробовала оставить заявку на вашем сайте. Не получилось. Но ты же знал, да, что я прохожу путь клиента. С точки зрения эффективности продаж кнопка наверху, но, Андрей, да, не работает. У вас есть формы обратной связи, но здесь есть нюанс. У каждого канала для обратной связи есть свое ожидание от пользователей, через сколько вы отвечаете. Если это чат, это в пределах одного часа. Я вам написала, но мне пока никто не ответил. Как давно ты написала? Как давно? Это я давно написала. Раз вы уже это обозначили, то нужно обязательно обеспечить, чтобы кто-то отвечал на эти каналы. Информация идет о Николае Николаевиче. С точки зрения пользователя, как мне это увязать с продуктом? Фокусируешься в итоге на чем? На офлайн, на онлайн или на, и на том, и на том? И на том, и на том. Чем, на твой взгляд, онлайн должен отличаться от офлайна? Онлайн мне, безусловно, интересен, потому что там занимается меньше времени и больше аудитория. И, как следствие, больше поток. А в чем отличие? Это кардинально совсем другой подход к обучению. Это совсем другие методики, программы. Коллеги, я правда искренне верю сейчас в формат онлайн, и кажется, что в этих современных реалиях как раз онлайн — это та перспектива, которой даже вот этот маленький, пока скромный стартап сможет помочь. Ну что, Андрей, спасибо тебе огромное, что ты провел незабываемый день, я думаю, с нами, вот эту прожарочку. Но я думаю, что все это на самом деле пойдет тебе только на пользу. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо огромное. Спасибо. Андрей, спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Вообще говоря, бизнес в регионе на 90% примерно такой. И я думаю, что нам в любом случае нужно постараться помочь. Мы обнаружили проблемы мотивации и вообще целеполагания какого-то. Ты прав, мне кажется, с этого надо вообще начинать. То есть вот какая цель, к чему он хочет прийти? Ну, давайте вы сначала поймете, что вы хотите. Зачем вообще вы делаете этот бизнес? Пусть он там цели дальние не видит, ничего страшного. Но вот из серии, что самообразованием не занимается, это не высшая математика. Я рада, что, по крайней мере, он попытался. Я согласна, что здесь в целом вопрос про культуру бизнеса и предпринимательства в нашей стране. Поэтому с этой точки зрения я вижу потенциал на его примере, что, может быть, кто-то тоже сделает выводы. И я, конечно, надеюсь, что сейчас был какой-то сдвиг в парадигме после вот этой дискуссии. Будем играть роль неких наставников даже для такого формата бизнеса. Мы в городе Екатеринбурге. Прожарка для Андрея завершена. И сегодня для него настает очередь челленджей. Тех самых, которые подготовили для него эксперты. Мы узнаем о сильных и слабых сторонах его бизнеса. Добрались мы наконец-то до того самого района, где находится школа Андрея Красовского. Осталось только ее найти. Здравствуйте. Вы знаете, где здесь находится? Я не могу найти. Школа Андрея Красовского. Нет. На первом этаже. Не так просто оказалось найти школу Красовского. Мы опросили много людей. Вы сами видите, что нет никакой вывески, никакой индикации. Но все-таки один единственный человек сказал, что да, действительно, здесь есть школа, где готовят к ЕГЭ. Андрей, знаешь, ты можешь сделать очень дорогой ремонт, нанять самых лучших преподавателей, но клиенты могут просто не найти твою школу, что мы и обнаружили. Мы вообще почти не вкладывались в рекламу, и действительно наши соседи в этом жилом комплексе о нас не знают, и вывески у нас не было возможности сделать. После первой встречи нам стало очевидно, что у тебя есть явно какие-то смутные представления о маркетинге, о позиционировании бренда и вот этих всех вопросов. Здесь очень важно выработать свою уникальную линию. Для этого нужно понимать, конечно, своего клиента и слышать. Поэтому мы решили услышать твоих непосредственных клиентов и обратились к ученикам твоей школы и к их родителям. Давай посмотрим, что они ответили и почему они выбирают школу Красовского. Школьная программа сейчас совсем не та, которая была раньше. Недостаточно хорошо обучают. Здесь меня не считают глупым человеком и, в принципе, относятся на равных. У нас
ну, не коннект с учителем математики. Он не понимал много чего. Ну, учителя просто это пропускали. То есть не понимаешь, ну, сиди. В школах, ты знаешь, да, там не уделяют время для того, чтобы там детально погружаться, понял ученик, не понял и так далее. У тебя это есть. Вопрос, ты используешь это еще где-то для маркетинга? Мы это используем только вот при общении непосредственно с клиентом. На сайте, к сожалению, мы это не указываем. Здесь очень комфортно общаться с руководством и с преподавателем. Все возможно перенести, обсудить, обговорить. Представляешь, какое-то преимущество, что именно к тебе тебя слышат, под тебя подстраиваются. Ну, да. Вообще не знаю, как у вас это получается, но это высший пилотаж для сервиса. В дальнейшем в рамках масштабирования было бы неплохо это всякими инструментами пытаться сохранить. Здесь именно учат понимать математику. Прям сильная фраза. Ну да, дедушке бы понравилось. У нас было занятие, где мы не поняли, как решить задачу экономическую. Она решила придумать свой способ какой-то, пойти через какую-то штуку программистов, типа какие-то схемы нарисовать, и мы это поняли. Вот это клевая штука, что обучают через задачу. Практическое применение. Это в каком-то виде, да, тоже, наверное, индивидуальный подход. Я так понимаю, в честь родственника. Может быть, у него там папа был каким-то там преподавателем. Был какой-нибудь ученый. Это я не знаю. Зашла на сайт, почитала, да, дедушка там у них молодец. Я слышал, что есть такой ученый, возможно, и имеет какое-то отношение к школе. На эмоциональном уровне это однозначно позитивный момент, но здесь хочется прям добавить, какая связь, да, между продуктом и именем. Ну, я бы не отказалась ходить на химию, если бы она была. Добавьте физику. Химия, физика. Ты меньше тратишь время на дорогу, да? Поездку, тем более ты уже как домой приходишь, и, соответственно, конечно, очень удобно, когда все в одном месте собрано. Это не супер космос понять, что да. В первую очередь водить. Во-первых, у тебя уже есть клиент, с которым ты можешь поболтать и выяснить, какие предметы нужны. У нас очень хорошая была дисциплина на онлайн-обучении. Он сидел, занимался, я его видела. Педагог, когда лично общается с ребенком, он по его эмоциям может понять, что ребенку зашло, что не зашло. Этих эмоций нет через интернет. Мне кажется, что тех, кого возможно типа переводить в онлайн, нужно конвертировать из офлайн-школы, пропуская всех через очную историю, где лучше, мне кажется, формируется лояльность. Мне не нравится, что тут каждое занятие проходит по 3 часа, потому что вот это очень как-то долго или нудно. Помнишь, ты рассказывал нам, что это преимущество, но при этом мы не знали, как на это реагируют твои же прямые пользователи, да? Скажи, было для тебя что-то сегодня новым или сюрпризом из того, что ты услышал? Сюрпризом для меня было все. Мне было приятно это слышать, даже с учетом тех комментариев, которые необходимо нам доработать. Мне хочется, чтобы ты с этим посылом вернулся и как бы аккумулировал все вот эти советы, что дали мои коллеги, и чтобы ты смог трансформировать, увидеть сильные стороны, транслировать их и тем самым расшириться. Да, я абсолютно поддерживаю. И довольно много всего мы услышали как от твоих клиентов, так и, собственно, от нас. И мне очень приятно слышать также рекомендации и точки соприкосновения с моими учениками. Для дальнейшего анализа и масштабирования нам это жизненно необходимо просто. Главное делать это регулярно. Следующее испытание для Андрея мы назвали «Правда или действие». Изучив школу Красовского с коллегами, мы пришли к выводу, что им, наверное, не хватает цифровой трансформации. Это и обработка лидов, и ведение учеников, ведение календарей и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, как выглядит школа Красовского сейчас. Ты играл в такую игру? «Правда или действие»? Да, я играл. Наши правила чуть-чуть будут отличаться. У нас 4 темы, и ты можешь выбрать правду либо действие всего 2 раза. У нас первая тема – взаимодействие с текущими клиентами. Ты хочешь начать с… Жести. Итак, действие. После интервью с клиентами мы выяснили, что они были бы не против заниматься несколькими предметами в школе Красовского. Чтобы проверить это, тебе нужно связаться с родителями и провести опрос у текущих клиентов, насколько интересно им открытие нового направления, а именно курсов по физике.
Я знаю, что у тебя весь бизнес в мобильном телефоне. Доставай. Я думаю, что мы можем набрать... Все вот так вот приходится в ручном режиме? Да. Выискивать, смотреть. А готовы ли вы ходить еще на дополнительный предмет по физике, например? Да, это было бы актуально. Конечно, почему бы не было. Может, какой-то другой дополнительный предмет хотели бы? Ну, уже на информатику-то ходим, а так бы ходили бы к вам. Больше не отвлекаю. До свидания. Ты сделал 3 звонка примерно минуточек, наверное, за 10. А вот если их было бы 1000? Андрей, для быстрой и эффективной коммуникации с твоими учениками и их родителями, мне кажется, было бы здорово использовать функционал личного кабинета на сайте. А через этот личный кабинет можно не только устраивать различные опросы или собирать обратную связь, но также можно рассылать домашние задания, назначать и отменять уроки, следить за успеваемостью и много всего другого. Андрей, движемся дальше. У нас вторая тема – цифровая грамотность. Что ты выберешь сейчас? Давай, правда. Окей, мы откладываем действие в сторону, какой бы оно ни было, и говорим тебе правду. Андрей, в ближайшем будущем при работе с онлайн и офлайн учениками тебе необходимо будет создавать большое интерактивное расписание для преподавателей, где нужно будет управлять их временем. Увеличив количество клиентов, у тебя увеличится количество преподавателей, и управлять их временем быстро уже не получится. Что ты на это скажешь? Соглашусь. Потому что для любого развития, конечно, нужны доп. Преподаватели, сегментация. Это и по расписанию, и по взаимодействию, и прочему. Удаленные команды для взаимодействия друг с другом или управления временем используют различные системы общих календарей или канбан-инструментов. И это позволит не только бронировать время у преподавателей, но и высылать автоматически встречи со временем уроков для учеников и их родителей. Андрей! У нас третья тема важная, это про потенциальных клиентов. И я правильно понимаю, что на твоем сайте есть форма обратной связи? Да, это так. Диана Кадоева оставила заявку еще давным-давно, когда мы только с тобой все познакомились. Я правильно понимаю, что ты не ответил Диане Кадоевой? Есть такой грешок. Ты можешь сейчас найти на ноутбуке ту самую заявку и ответить? Да, конечно. На сайте у нас реализован мультичат. Много ли приходит запросов? Нет. То есть, я думаю, не будет никакого труда найти там заявку Дианы Кадоевой? Нет, конечно. Вот ее заявка. Давай я что-нибудь ответим. Давай ответь. Добрый день, Диана. Андрей, вообще невероятно странно, что запрос от Дианы несколько недель остался просто без какого-либо внимания. И для этого тоже есть огромное количество решений, совсем несложных. Установив на сайт чат-бот с поддержкой и подключив к нему любую CRM-ку, ты не только сможешь автоматически отвечать на часть вопросов посетителей сайта, но и будешь собирать все контакты потенциальных клиентов. Впоследствии ты сможешь отрабатывать не только их вопросы, но и переводить их в лиды. Андрей, у нас на столе 2 последние карточки. И последняя тема – кибербезопасность. Если все-таки строго следовать правилам, то у нас осталась одна правда. Андрей, мне кажется, совершенно ненормально, когда в современном мире ты осуществляешь оплату и требуешь оплату от родителей с помощью различных квитанций. Давайте иметь в виду, что мы переходим еще и в онлайн, и как эти платежки будут функционировать на удаленке, совершенно непонятно. Нужно внедрять в личный кабинет различные способы оплаты. Ты просто этот небольшой плагин встраиваешь в свой сайт, и оно дальше продолжает работать. Важно, чтобы ты регулярно обновлял сайт, чтобы на этом компьютере был установлен антивирус, и таким образом оплаты будут безопасными. Я правильно понимаю, что в скором будущем ты хочешь прикрутить к своему сайту определенный сервис эквайринга, и через него, соответственно, будут уже проходить транзакции? Да, все верно. Что с безопасностью? Люди будут оставлять все-таки личные данные, карты и так далее, и так далее. В личном кабинете можно будет ввести карту, но самое важное – обезопасить весь личный кабинет, чтобы никто посторонний туда не мог зайти. Мы сделаем максимально безопасно. Андрей, ты заметил, что задание, которое ты делал, они подразумевали ошибку. Специально, чтобы ты ошибся. Ну, понятно, зачем это было сделано, чтобы сделать правильные выводы и услышать критику. Это важно. Ты услышал? Я услышал. Посмотрим. Андрей неоднократно упоминал, что хотел бы видеть свыше 8 тысяч учеников в ближайшие 5 лет. Но как достичь этого результата, Андрей, к сожалению, не знает. И один из путей достижения этой цели является составление финансовой модели. Это то, с чем сталкивается абсолютно каждый предприниматель. И для того, чтобы помочь Андрею в этом разобраться, я хотела бы пригласить членов своей команды. Специально для Андрея Дарья и Константин разработали 3 простых упражнения, с помощью которых Андрей сможет понять, что такое финансовая модель, как это работает и как ее можно применить по отношению к его существующему бизнесу.
Первая задача. Саша производит и продает деревянные изделия на заказ. От одного клиента пришла предоплата за заказ в размере 50 тысяч рублей. Саша очень рад и решил добавить из собственных денег 20 тысяч рублей, чтобы купить компьютер для эффективного ведения бизнеса сразу же после того, как из кассы взял предоплату 50 тысяч. Насколько это корректный или некорректный шаг для бизнеса? Вероятнее всего, может что-то пойти не так и могут отозвать эти деньги. Поэтому, наверное, нецелесообразно их тратить. В какой момент времени эти деньги можно было бы реализовать на то, что ты хочешь? После закрытия сделки сначала вычитаем все расходы. Я предлагаю тебе подумать о том, что нужно предварительно посчитать еще инвестиционную ценность покупки. То, насколько эта покупка в принципе отобьется для твоего бизнеса. Андрей легко справился с первой задачей, но есть, конечно, большой вопрос, увидел ли он параллели между тем, о чем мы говорили в первой задаче, и тем, что он сам сделал на начальном этапе своего бизнеса. Вторая задача. Миша производит экологические продукты питания для спортсменов. О нем пишут в журналах, приглашают на конференции, рассказывают в соцсетях и так далее. Благодаря этой поддержке продажи продуктов увеличиваются кратно каждый месяц. При этом себестоимость производства остается неизменной. Итого, производство шире, продаж больше, оборот выше, но при этом прибыль падает из месяца в месяц. Предположи, по каким причинам прибыль может падать, если цены и себестоимость на товары не менялись, а переменные расходы росли пропорционально росту бизнеса. Давай подскажу, как ты думаешь, как организовано хранение товаров? Скорее всего, удаленно, склад. Товар лежит на складе. Что с ним происходит? Ничего. Именно. То же самое. Но он уже оплачен. Деньги уже отдали за производство, а товар лежит, он не реализован. Кассовый разрыв. Именно. Для того, чтобы решить эту задачу, есть платежный календарь. Там вписывается, кому ты должен, да, в какой-то период времени и кто тебе должен. И тогда ты поймешь, а попадешь ли ты в кассовый разрыв или не попадешь. Очень важно планировать бюджет грамотно и стараться спрогнозировать, какой именно спрос будет у тебя в следующем месяце, в следующем квартале, в следующем полугодии. Всегда нужно понижать дебиторскую задолженность, чтобы деньги лежали, грубо говоря, в кассе. Или понижать запасы на складе, да, потому что запасы на складе – это тоже деньги. Третья задача. Олег продает шкафы в офисы, квартиры и дома. На данный момент у Олега одна фабрика производства, которая загружена заказами на 100%. Его ежемесячная чистая прибыль составляет 150 тысяч рублей, но он хочет увеличить ее до 300 тысяч рублей. Олег принимает решение масштабировать свой бизнес до двух фабрик производства. Чтобы достичь поставленной цели, Олег принимает решение выделять на рекламу в два раза больше средств, чем в предыдущий квартал, и параллельно открывать новую фабрику. Прокомментирую его решение. Наша задача – это найти, чему будет равен оборот, чему будет равна прибыль, если он будет реализовывать 30 заказов ежемесячно. Угу. Себестоимость. Да, просто можешь букву «С» написать. 30 тысяч рублей. Каждый менеджер выполняет 15 заказов. Только правильно. 15, не больше. Прибыль получилась 1 580 000. 1 580 000. Ну, логика расчета абсолютно правильная. Молодец. Вот. 1 580 000. Любая бизнес-гипотеза, она должна отражаться в бизнес-модели. В 10 заказов там у нас было 220 тысяч рублей. В 30 заказов, да, в прибыли мы уже видим там 1,5 млн рублей. Что, да, масштабироваться можно, гипотеза верная, и на этом Олег в данном случае заработает. Тебе дома нужно будет посчитать финансовую модель запуска второй твоей школы. Любой начинающий предприниматель должен и обязан ввести три основных документа. Да, первый документ – движение денежных средств, классический кэшфлоу. Сколько денег пришло, в какой момент и за что эти деньги пришли или за что эти деньги ушли. Второй документ – это отчет о прибылях и убытках. На что было потрачено деньги, да, и сколько это стоило. И, наконец, третий документ – баланс, да, который, в общем-то, говорит о здоровье бизнеса. Чем выше капитал этого бизнеса, тем бизнес более здоров. Когда Андрей прошел все челленджи, наши эксперты готовы встретиться с ним и обсудить результаты каждого. Андрей, как все прошло? Было ли трудно? Какие у тебя эмоции? Было волнительно, страшно, но тем не менее было интересно. Я правильно понимаю, что у тебя было какое-то домашнее задание? Мое домашнее задание было произвести расчет целесообразности открытия еще одной точки, а также запуска онлайн-курсов
И вот в таблице я привел некоторые данные. По поводу офлайн-курсов я остановился на том, что есть сейчас, чтобы объяснить именно нецелесообразность дальнейшего движения в том формате, в котором оно есть. То есть необходимо все-таки сокращать длительность занятия до 1,5 часа. Это все-таки мужчина, ты же нам говорил в прошлый раз, что твоя уникальность в том, что у тебя 3 часа, что у тебя прокачанная программа. Что поменялось? Поменялась экономика. Онлайн-занятия решили оставить после групповых офлайн-занятий с учетом разницы во времени. Твои выводы, которые ты сделал, они подтверждены математически, правильно? Да. Это отлично. А что у нас на второй вкладке? Это прогноз, который мы ставим по продажам на будущее. Мы можем прямо в режиме реального времени вносить изменения и отслеживать изменения будущих показателей. Будет понимание, движемся мы в правильном направлении или есть какие-то отклонения, которые необходимо скорректировать. Какой вывод ты вот сделал? Лучше сосредоточиться в первую очередь на онлайн. Почему? Там соотношение временных затрат, да, к количеству пропускаемой способности намного выше, чем в офлайне. Все-таки необходимо сосредоточиться на оставшихся кабинетах, да, нежели открывать вторую точку. Что будешь делать прям? Раз, два, три. Что касается комментария Дианы по поводу изменения сайта, структуры более дружественной, да, это будет реализовано в течение 3 недель. Особая благодарность Сергею за его челлендж, потому что действительно личный кабинет важен. Нужно все-таки часть процессов автоматизировать, чтобы все было удобно для клиента, чтобы все было структурировано и все было в одном месте. Что еще? Реклама. Реклама будет после всех просчетов. Расчеты будем производить в течение также 3 недель. Что касается первого челленджа, который был тоже очень важен для меня как для руководителя, это комментарии моих нынешних учеников, что позволит мне все-таки пересмотреть образовательную программу, структуру преподавания, сделать выводы и запустить уже новый обновленный курс в сентябре этого года. Цифры, конечно, важны, и бизнес — это прежде всего про цифры. Но очень важно не забывать, как эти цифры, ну, результаты вашего бизнеса, трансформации, влияют на конкретных людей, для кого вы делаете этот бизнес. То, что ты не боишься изменений и готов к этим изменениям, это большой плюс. Ну что ж, как говорится, крутите барабан, мы не с пустыми руками. Сергей, что есть? Андрей, специально для тебя сегодня мы тебе дарим Касперский Endpoint Security Cloud, который поможет сражаться со всеми возможными угрозами в интернете, сохранять данные твоих клиентов, делать безопасными ваши транзакции в интернете. Можно управлять этим решением удаленно. С еще бонусом тебе подарки, может быть, даже не тебе, а самым активным твоим ученикам и их родителям, которые, наверное, может быть, в онлайне у тебя занимаются. И чтобы эти дети чувствовали себя в безопасности в интернете и чувствовали заботу о себе, по крайней мере, со стороны родителей, чтобы родители знали, чем занимается их ребенок в интернете, у нас есть совершенно классное решение. Касперский Safe Kids. Я уверен, что для многих твоих учеников это тоже будет очень полезно. Но самое-то главное, друзья мои, какой подарок? Вы знаете, мы подарим Андрею? А я вам скажу, 500 000 рублей на развитие твоего бизнеса. Мы действительно искренне за тебя рады, потому что мы надеемся, что это поможет твоему уникальному бизнесу. Уважаемые эксперты, большое спасибо за ваше мнение, за вашу помощь бизнесу Андрея. А тебе, Андрей, успехов в бизнесе. Спасибо за твою смелость и за то, что ты был все эти дни с нами и прошел этот, я знаю, нелегкий путь. Спасибо тебе. Всем спасибо огромное. На съемках в первый день глубоко уважаемые эксперты устроили мне капитальный разнос. По итогу этого проекта я научился действительно многому просчитывать, прогнозировать, структурировать все свои данные. Это то, что реально было прикольно. Мне удалось посмотреть на свой бизнес с другой точки зрения. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Напишите в комментариях ваши советы и пожелания проекту Андрея. В следующих выпусках нас ждут новые бизнесы, новые герои и новые челленджи. Ставьте лайки и помните, скоро будет доступно новое обновление.